Где обзор квартиры по адресу Марата 29. Покажу вам планировку и дальше чуть подробнее. Сейчас вот здесь подготовку заканчивают. Есть какие-то вещи. Ну, не обращайте внимания, это все будет прибрано. Здесь ванная слева. Дальше кухня, гостиная. Спальня. И еще одна спальня. По местоположению это самый центр города. То есть вот с балкона у вас улица Марата. Марата такая улица, что здесь нет такого большого трафика, шума не будет, но при этом вы в центре города. Квартира в хорошем состоянии, сдается первый раз, то есть она не умотанная, если говорить таким сленгом, то есть в хорошем состоянии. Есть посудомоечная машина. Духовой шкаф, варочная панель, холодильник. То есть все необходимое. Здесь телевизор установлен. По местам хранения вот при входе раз шкаф, два. И в каждой комнате еще шкаф. Также, да, здесь кондиционер есть. Вот, и что приятно, в таких домах уже, вот видите, большие такие окна, много естественного света. Собственно, будем рады показать квартиру.